Ох. Эй, ты чего творишь? Ну, нам же сказали его обезвредить. Вот я и обезвреживаю. А, блин, ну не дубинкой же по голове. А почему бы и нет? А это что? Где? Да вот же. А ну отдай сюда! Что? Ты чё натворил? Фен, твою-то мать! Это не я. Ну а кто, я что ли? Это всё это хреновина. А типа что теперь? Я это ты, а ты это я? Фиг знает. И что мы теперь будем делать? Снимать трусы и бегать! Нет уж, спасибо. Хотя свой костюм получить обратно я бы не отказался. Давным-давно в далекой-далекой Антарктиде жил-добыл пингвин Пента. И был он пингвином неуемной силы и тяги к исследованию. Фен, не тормози. Был и был пингвин, и все. И хватит с него. Тогда рассказывать нечего будет, если говорить только сухо и по делу. И зачем тогда ты выбрал эту игру для обзора? Вообще-то, ее ты выбрал. Серьезно? А, ну да, точно. В общем, жил-был пингвин. И один прекрасный день он решил совершить обход Антарктиды. Взял карту, наметил маршрут от одной полярной станции к другой и выдвинулся в путь. Судя по состоянию льда, кстати, по которому он выдвинулся в путь, дело происходит в будущем, когда уже наступили глобальное потепление и вся Антарктида потрескалась. Потому что иначе объяснить то, что происходит на экране, никак невозможно. Объяснить-то можно, да кому это нужно? Итак, перед нами аркадная гоночка с видом от третьего лица про сумасшедшего пингвина-наркомана на бешеной скорости, носящегося по Антарктиде, собирающего выпрыгивающую из проруби рыбу и обнимающего улыбчивых моржей. И заодно перепрыгивающего через многочисленные трещины. Выпрыгивающая на лед рыбы и вылезающие из воды моржи тоже как бы намекают нам на то, что с этим миром не все в порядке и что творится какое-то безобразие. Геймплей прост как 3 копейки. Мы, управляя пингвином, должны добраться от одной станции до другой за определенный промежуток времени. На пути нам будут мешать указанные моржи и разнообразные трещины. Однако преодолевать их будет помогать врожденная пингвинья сила ног. Прыжки, короче, и увороты. И чуть-чуть наркотики, загримированные под моргающие флаги. Потому что после такого пингвин может лететь довольно долго. Глобальная задача просто обколесить все вокруг и прийти на точку старта. А знаешь, что будет на этой самой точке старта? Все начнется сначала, знаю! Вот, то-то же. Как только мы добираемся до конца, все начинается сначала. Пожалуй, самый неожиданный финал за последнее время. Antarctic Adventure стала одной из первых игр, выпущенных компанией Konami на MSX, первой для ColecoVision и одной из первых для NES. К слову, MSX — это компьютер, который являлся попыткой создания единых стандартов для разработчиков аппаратного обеспечения. Стоит ли говорить, что попытка с треском провалилась? Хотя, несмотря на это, в СССР MSX получил некоторое официальное распространение в виде техники для компьютерных классов. Так, а теперь ты, мучитель и чертов убийца моих нервных клеток, возьмешь и объяснишь, какого лешего ты меня в это заставил играть, а то я не знаю. Я тебе палец откушу, понял? Да что, неужто все так плохо? Ну как, первые минут 20 все действительно не так и плохо. Бодрая музычка, прикольный пингвин и какой-никакой, но челлендж. Минутик 40-й понимаешь, что ни хрена это уже не смешно, травить одну и ту же музыкальную тему без остановки. Декорации нисколько не меняются, пингвин не улучшается, новых ловушек не появляется. Но так как играть вроде остается недолго, просто для себя решаешь допройти, чтобы вынести вердикт, мол, это круто, но в небольших дозах. Типа как Тетрис или пасьянс карточный, убить 10-15 минут. Однако, когда допроходишь последнюю, мать ее, миссию, оказывается, что теперь все начинать заново надо. Это что вообще такое? Заводной пингвин, что ли? Вот, видишь, в кои-то веки у тебя игра вызвала эмоции. Да, я бы лучше, не знаю, соку выпил, сосиску пожарил, сам вокруг Антарктиды оббежал. Ну вот и беги, а я тут пока черту подведу. Ибо больше-то сказать получается и нечего. Итого, что такое Antarctic Adventures? Это бесконечное приключение невероятно быстрого пингвина-бегуна и прыгуна в декорациях апокалиптичной Антарктиды с участием безумных рыбешек, свихнувшихся моржей, вертолетиком из головы и классным, но до убогости коротким и быстро надоедающим саундтреком. Так. Нам надо срочно возвращаться по местам, пока ты окончательно не попортил мои волосы. Кто бы говорил?
Но вообще, по-моему, норма. В чем проблема? Привет, мальчики. Привет. Ой, а что это с вами? Ну как, решили кардинально поменять имидж и перекрасить волосы. Ух ты, я тоже так хочу. Дайте краски. А она у нас... кончилась. Да, кончилась. Да, кончились. Вся краска ушла. А ты зачем, собственно, заходила-то, Фёклушка? Да так, ладно, пойду я. Ну давай, удачи. Ага. Так, и что делать-то будем? Ну, если тебе так не терпится обратиться в свою шкурку, то давай найдем Снейка обратно и спросим, что это за хреновина была. Вот только вряд ли он станет о чем-то говорить после того, как ты его дубиной шандарахнул. Для начала надо найти, где его держат. Спасибо, капитан. Что бы мы без вас делали? Штаны снимать и бегать. Ну, если так сильно хочется, то снимай и бегай. А я лучше этого Снейка найду. Вот, возьми штуковину. Если что, ищи меня на частоте 190.96. У тебя какие-то странные вкусы, чувак. Ничего не странное, я просто не люблю, когда кто-то загробастывает себе чужие идеи, а потом их выдает за свои. Да суть же не в этом. Если в итоге получается весело, задорно и интересно, то какая разница, что это кто-то уже делал? В смысле, какая разница? Люди старались, мыслили, придумывали что-то оригинальное. А другие поглядели на их идею и, не прилагая никаких умственных усилий, забрали ее себе. Уныл ты! Сегодня мне особенно непривычно здесь находиться, сам знаешь по каким причинам, так что отстань. Окей, окей. Собственно, о чем мы тут вели суть и при чем здесь все вышеперечисленное? Так получилось, что к нам на препарацию попалась игра под названием Just Jackrabbit. И вот Фен, Фрэнк, говорящий сегодня как Фен... Сути давай. Короче, вот этот унылый второй типа ведущий кардинально не согласен с моим мнением. Как будто у нас по-другому бывает. Ты так говоришь, будто это моя вина. Итак, в чем весь сыр-бор? По его словам, создатели Just Jackrabbit нагло стырили все наработки у сеговского ежика Соника. Что видно невооруженным глазом? Во-первых... Эй, разогнался он тут со своим конструктивизмом. Начнем с сути. Знаешь ли такую эзопову басню, как «Заяц и черепаха»? Удивлен, что ты это у меня спрашиваешь. Да, знаю. И она, кстати, черепаха и заяц, а не наоборот. Не суть. Так вот, игра основана на древней вражде между этими двумя видами животных. В самой игре эта отсылка вообще никак не прослеживается. Завязка простая, как 3 копейки. Жил-был злобный черепах, и похитил он кроличью принцессу. А наш герой отправился ее спасать, прям как в Марио. Ну и да, и отправляется кролик Джаз в погоню, путешествуя по планетам, уничтожая всяких встречных неприятелей разных мастей. Завязка же в платформерах всегда не на первом месте, важен же геймплей. И тут у меня тоже претензии. Начнем хотя бы с главного героя. А что с ним не так? Да все с ним не так. Такое чувство, что его изрядно накачали каким-то ЛСД, дали в руки Pokemon Gun и пустили в поле. Ну, блин, он выглядит как сочетание моего соседа-охотника с моим соседом-наркоманом и с нашим управдомом-алкашом. Ничего, у тебя там компашка в твоем доме. Но не знаю, мне он, наоборот, напоминает этакого рубаху парня, которому на все плевать, так и излучающего крутизну. Хочешь ассоциировать себя с обдолбышем – дело твое. Но не греби всех под одну гребенку. Помимо оригинальной версии Just Jackrabbit, издавалась и специальная, отличающаяся добавлением новых уровней, а также включающая в себя 3 дополнительных эпизода. Примечательно, что специздание было посвящено празднику Рождества, и, естественно, уровни были пропитаны его духом. Позже бонусная версия игры была лишь доработана и выпущена через год под названием Holiday Hair 95, где от праздничной темы на новых уровнях не отошли ни на шаг. Да и давай перейдем уже к игровому процессу, который тут тоже не блещет оригинальность. Ну давай, излагай уже наконец свои претензии. Итак, что же мы имеем? Главный герой, который является животным, носится по разноуровневым локациям на бешеной скорости и изничтожает врагов. Чем не ёж Соник? Хотя бы тем, что у Джаза есть волына, которая не просто умеет стрелять, а еще и переваривает разномастные патроны, раскиданные по уровню, тем самым выстрелы становятся мощнее, ну и так далее. А это было во втором черве Джимми. Ой, ну подумаешь, всего-то. Всего? Да ты вспомни, как эти бонусы выглядят. Как мониторы, которые надо разбивать. Скажешь, тоже не Соник? Совпадение. А таблички, символизирующие конец локации? А псевдо-трехмерный бонус уровни? Тоже совпадение? Всякое бывает. Зато на персональных компах твоего этого Соника нету. И поэтому кролик Джаз — это отличная замена. Главное весело играть, а остальное фигня.
Сюжет от Марио, перемещение по уровню от Соника, стрельба от червя Джима. Вот вам и весь Джаз Джек Рэббит. Унылость, воршливость и кретинизм. Вот вам и весь Фрэнк. Алло! Прием! Внимательно. О, твою мать, Фрэнк, ну, наконец-то! Еле тебя нашел, блин, в этой рации. В смысле, наконец-то? Я же тебе сказал, четко и ясно, частота 190.96. Ну да, ага. Я вот прям взял и просто так запомнил все эти числа. Наобум искал. Пока до тебя достучался, поговорил с каким-то военным про его позывной, с какой-то китаянкой, которая мне лечила про какие-то свои китайские пословицы. А на последней частоте мне вообще устроили сеанс у психотерапевта. И чем ты занимался? Нашел коробку. Коробку? Ага, удобная такая. Окей, как пожелаешь. Судя по моим данным, Снейка держат где-то неподалеку от кабинета главы. Окей, ледокол коробка берет курс на кабинет. Пен, конец связи. Константинополь, состав, отправится. Вагончик тронется, а труп останется! Замечательно, ты умеешь передать всю суть в одной фразе. Ну, потому что я как-то дальше особо и не прошел. Скука замучила. После твоих антропоморфных зайцев я вообще не удивлен, что игры с сюжетом сложнее книжки раскраски вызывают у тебя физическое отторжение. Причем тут сюжеты? Там же нудятина прям полная. Не слушайте этого дурака. Свой разговор мы, а точнее я, поведем про замечательную игру, созданную при участии Джорджа Мехнера, уже известного по «Принцу Персии». Разумеется, речь идет о «Последнем экспрессе». Игре уникальной и поэтому крайне неоднозначной. Для понимающих людей нет ничего неоднозначного. Окей, поссориться еще успеем. Давай, значит, я про сюжет пока задвину. Начинается вся история на вокзале в Париже, от которого отходит Восточный экспресс прямо в Константинополь. После того, как состав отправляется в путь, его нагоняет мотоцикл. Поравнявшись с паровой машиной, пассажир мотоцикла запрыгивает на поезд и отправляется в купе, где находит труп, от которого спешно избавляется. И что? Все? Ну, это докуда я дошел. Вообще-то это начальная заставка. Ну да. Не он мне еще после этого говорит, что игра нудная. Я не понял, что там дальше делать. Бегал, применял предметы на всем подряд, но никакой реакции. Смысл Last Express'а не в применении предметов, а в том, чтобы слушать, о чем говорят другие персонажи, понимать их мотивы, взаимоотношения и прочее. И выяснить, наконец, за что убили твоего попутчика и что за теневая сделка намечалась в этом поезде. Я фен, я не хочу слушать, я хочу экшен. Экшен ему подавай. С такими требованиями все интересные и уникальные игры вообще перестанут выходить, так что ну уж нет. А я пока продолжу. Итак, суть завязки мы с грехом пополам раскрыли. И дабы случайно не проспойлерить сюжет, больше о нем ни слова. Поговорим лучше про игровую механику. Это одно из уникальнейших нововведений, не использовавшихся до этой игры и, в принципе, даже и после нее. Дело в том, что поезд едет, и с этим ничего не поделаешь. Все события в нем происходят в реальном времени. Какой-нибудь квестовый персонаж не стоит и не ждет вас бесконечно много времени, пока вы где-нибудь занимаетесь своими делами. Он покурит и уйдет. А вы упустите какой-нибудь важный сюжетный диалог и придется вам как-то обходиться без него. Ага, в реальном времени. Да от скуки чуть не подох, сидя в чужом купе и ожидая, пока копы пройдут мимо. Растягивают игру, ну просто да нельзя. Стоп. Ты же сказал, что только до трупа дошел. А тут внезапно выясняется, что ты и копов видел, а это вообще-то полчаса спустя. Ну, я, отошел на кухню приготовить обед, пришел, а там уже копы ходят. Вот так номер. Я не знал, что это все в реальном времени. Но это не изменит моего мнения о игре. Тем более еще это анимация покадровая. Ротоскопирование. Мы уже о нем говорили. Да и что? В «Принце Персии» оно было клевым и плавным, а здесь такое чувство, будто комп виснет, и поэтому картинка так редко обновляется. В общем, вы выслушали мнение нашего эксперта в кавычках. Что же по сути, то крайне советую ознакомиться с «Последним экспрессом». Интересная история, поданная в рамках уникального безостановочного квеста, просто обязана прийтись по вкусу всей интеллектуально ориентированной аудитории. А если это вам покажется грустным и унылым, то вон зеленый наркоманский кролик как раз для вас. Так сказал, как будто в этом есть что-то плохое. Молчи.
И вновь мы возвращаемся к былому. Уж и не вспомнить, когда мы с тобой говорили о SimCity. Какой там номер у них был-то? 3000. То есть мы по пути потеряли 2996 игр. 2998 вообще-то. Почему 98-то? Потому что если следовать твоей феновой логике, то игр всего было 3000. Про 3000-ую мы сказали. Про 4-ю рассказываем сейчас. Следовательно, из 3000 про 2 рассказано, остается 2998. Бррр, билиберда какая-то. В общем, не суть. Ты в этот раз вновь будешь изображать из себя мэра? Нет уж, спасибо. Времена моей шальной молодости уже прошли, и упарываться, как было в 3000-ных Симах или Silent Hill, я не буду. Да ну вот опять ты скучный. На тему Silent Hill мне тебя пугать было тогда еще месяц весело. Пока я в лечебнице был, ага. Так, стоп, куда-то мы не туда поперли. У нас сейчас не ностальгические посиделки и уж точно не тихий, мать его, холм. SimCity 4. Поехали. И ты прям много так про него сможешь рассказать нового? А что, думаешь, нет? Да что-то смотрю я на видео и вижу то же самое, что видел больше года назад. Так в этом вся суть. Игровой процесс в 3000-м был и так потрясающий, его трогать и не надо было. Добавить больше глубины и хватит. Зачем чинить то, что и так прекрасно работает? Зачем? С самого первого дня своего существования SimCity 4 была пропитана багами. Иногда игрок просто не мог связать шоссе, а иногда происходила магия сродни магии настоящих политиков, и чудесные парки, а также места отдыха, вместо того, чтобы грызть дыру в бюджете города, по правилам игры, его пополняли. Maxis и EA выпустили 2 патча, исправляющих как мелкие, так и крупные баги. Однако народные умельцы, уловив всю выгоду бага с бюджетом, состряпали аналогичный пользовательский контент для пополнения городской казны. То есть ты сейчас расскажешь про все эти мелкие новшества, что появились в игре, так? Ну да, конечно. Припомню тебе сейчас каждую мелкую мелочь. И о чем же ты тогда будешь говорить? Ну, например, про аркадную составляющую. Про что, прости? Теперь SimCity можно превратить в симулятор управления транспортом. Оу, ты про эту ненужную фичу, когда приходится управлять вертолетом, мусоровозом и так далее? Ну да, классная же вещь. Вроде бы ты у нас тут образец логики и реализма, и вдруг именно эта дурацкая штука тебя зацепила. А что в ней дурацкого-то? Сам же говорил, что когда весело, то без разницы, что происходит. Я говорил про абстрактный мир с наркоманским зайцем. А тут у тебя реальный город, мэр которого, вместо того, чтобы заниматься своими управленческими делами, вывозит мусор с улиц. Ой, да ладно, что, все время сидеть да смотреть, как растут небоскребы, и как дороги прокладывают. Надо иногда и развлекаться. О, да, развлекаться. Мальчику нужна срочная пересадка сердца. Его надо забрать из дома и моментально доставить в госпиталь. И тут вместо квалифицированного пилота медвертолета залазит мэр и со словами «А как тут взлетать?» уносится с крыши в неизвестном направлении. Вот не ожидал я, что ты начнешь к этому придираться. Думал, наоборот, поддержишь все такое. Нет, этого я все-таки не понимаю, уж извини. Ага, вот как рушить свой город, так это ты завсегда. А как помочь его жителям, так... Нет, увольте. Когда вызываешь всяких инопланетян и прочих Годзилл, чувствую, что прям на пальцы вертишь судьбы жителей. А когда я вывожу их отходы на свалку, сбивая по пути весь едущий навстречу трафик, то ощущаю себя каким-то неудачником-дальнобойщиком. Ой, да ну тебя! Теперь вот уныл ты. Ввели в отличный градостроительный симулятор маленький аркадный элемент, позволяющий ненадолго расслабиться от трудных решений и подзаработать немного репутации, а тебе не нравится. К тому же только при настолько детальном рассмотрении мэр может понять, насколько убогими он сделал улицу. Ага. Хочешь анекдот? Давай. Идет мэр, видит, полицейская машина стоит, сел в нее, врезался и сгорел. Ха-ха-ха. Ну и ладно. А, черт, блин, еще же рубрика. И вот настало время поговорить о том, о чем редко говорят, и вскрыть все те консервные банки вопросов, которые волновали и волнуют наших читателей. Метафору еще похлеще придумать не мог? Консервные банки, блин. Не ной, да и не изнываем будешь. Что? Так, давай к вопросам. Я так понимаю, раз ты у нас сегодня не в студии, то и вопросов при тебе нету. Разумеется. Окей. Первым делом разберем вопрос, пришедший к нам от Романа Пипко. Зачитывать его дословно я не стану, однако вся суть такова. В ролевых играх нам часто дают квесты из разряда «Сходи в пещеру и убей там всех».
И когда игрок возвращается из пещеры, то работодатель всегда знает, выполнил ли он то, что надо, или нет. Внимание, вопрос. А с чего он решил, что игрок убил всех? И как так получается, что если он убил не всех и оставил одного захудалого гоблина, то квестодатель даже об этом знает? Все просто. Они хорошие психологи. Ну, может, хотя бы тогда уж телепаты? Нет, ты не понял. Они психологи. И поэтому видят, когда ты врешь. А если они в курсе был, что там кто-то остался, то как они об этом узнают? Ну, тут уже телепатия. То есть простой такой крестьянин из игры, который дальше своего надела никуда не ходил и вряд ли пойдет, внезапно стал вдруг офигенным психологом, да еще и телепатом? Да, такие они, эти игровые неписи. Кстати, как ты, однако, вовремя вспомнил про неписей-то? А что? А у нас следующий вопрос как раз по этой теме. Сергей Лерк интересуется. Как отличить NPC от обычных людей в реальной жизни? А разве в жизни есть NPC? Откуда вы вдруг? Вот об этом давай и поговорим. А чего тут говорить? NPC — компьютерные болваны. В жизни таких... ну нету таких. То есть, если мы не берем в расчет роботов каких-нибудь, то все управляются сами собой прежде всего. Стой. Давай-ка разберем аббревиатуру NPC на составляющие, чтобы ответить максимально честно. Смотри, полностью это звучит как non-player controlled, то есть неуправляемый игроком. Теперь представим себе, что жизнь — это игра. Такая очень большая и сложная. И вот под таким углом обзора NPC — это любой так называемый обычный человек. Ну, наверное. Как-никак игра — это пародия на жизнь. Жизнь — игра. И люди в ней — актеры. Уильям Шекспир. Так, мне пора валить отсюда. Да. А на этом мы завершаем нашу программу. Подарок в этот раз уходит к Сергею Лергу, ибо от него поступил просто вал абсурдных вопросов. Однако озвучили мы самые интересные из них. Чувак, напиши нам, чтобы забрать свой приз. Кстати, тот парень, которого мы в прошлый раз наградили, он приз забрал? Если я ничего не путаю, то нет, не забрал. Ну, тогда и он тоже пускай напишет. Да. А на этом мы с вами прощаемся. Всего вам хорошего и встречи через месяцышко. Долго же ты? А ты тут как оказался? Ну, двери, они, знаешь ли, повсюду. Ну так что делать будем с этой фигней? Предлагаю во всем разобраться. Йоу, Снейк, братуха, как нам обратно теперь телами поменяться? Ты в теме? Я не герой. Да-да, слышали мы об этом уже. Что-нибудь новое скажи. Меня сюда зарядили, потому что прошла информация, что у вас тут новый Metal Gear собирают. Я все обшарил, ничего не нашел. Однако наткнулся на эту штуковину. Связался с электриком, тот сказал, мол, это портативный телепортатор. Мы вместе пошли к Ретос, чтобы произвести настройку. Но что-то пошло не так, и их поменяло местами. В итоге мне пришлось перезагрузить всю электросистему, чтобы вырубить Ретос. Ну так и как нам теперь вернуть все на место? Понятия не имею. Волшебно! Опять я в этом гребаном костюме. Эй, а где Снейк?